Очередное заседание Координационного совета по форсированному индустриально-инновационному развитию прошло накануне. На рассмотрение совету были представлены несколько проектов, заявленных на субсидирование процентной ставки в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020». В их числе приобретение автотранспорта компании «Казизолятор Плюс», занимающейся выпуском электротехнического оборудования, строительство лабораторий для проведения химического анализа и испытаний технических жидкостей компании «Евротехсервис К», приобретение типографского оборудования предприятия «Фарос График». Среди других рассмотренных проектов – приобретение оборудования для проведения обязательного технического осмотра автотранспортных средств и завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса компании «Евромаркет Комплект». По результатам государственной экспертизы проекта управлению строительства ТО «Евростандарт Караганда» провести тендерные процедуры на определение подрядной организации по выполнению строительно-монтажных работ в соответствии с действующим контрактом.